Всем привет, с вами Анчик Мартынова. И сегодня мы будем учиться плести снежинку из бисера, которую можно использовать как элемент украшения или как елочную игрушку. Если вам интересно, продолжайте смотреть. Материал, который нам понадобится: бусины беконосы диаметра 3 мм, 60 штук, бисер номер 10 и фурнитура для сережек, а также леска, ножницы и зажигалка. Приступим. Отрезаем 30 сантиметров лески. Нанизываем на леску 6 бисерин. Шестую проходим концами лесок с разных сторон. Затягиваем так, чтобы разделить леску напополам. Затем нанизываем на одну из лесочек беконус, бисерину и 4 беконуса. Спускаем вниз и этой же лесочкой проходим еще раз беконус перед бисериной. У нас выходит крестик из 4 бусин на одной леске. Теперь на эту же лесочку нанизываем бисерину и беконус, проходим уже двумя концами лесок с разных сторон. Теперь лесочкой слева проходим следующую бисерину серединки. А на вторую лесочку нанизываем одну бисерину и 4 беконуса. Как и в прошлый раз, делаем крестик на одной лесочке, продев первую бусину еще раз. Далее действия повторяются, пока мы не сплетем 5 граней. Thank you.
Итак, сделаем последнюю грань. Первой лесочкой проходим не только бисерину серединки, а также крайний бекону с начала плетения. Теперь на обе лесочки нанизываем по одной бисеринке и один беконус проходим концами лесок с разных сторон. Далее на один конец лески нанизываем 3 бисеринки и сразу связываем оба конца лески. Если леска тоненькая, то лучше всего дополнительно пройти всю снежинку еще раз, так она будет держать лучше форму. Для лески диаметра 0,35 мм это не требуется. Лишние концы лесочек отрезаем и подплавляем зажигалкой. Осталось подсоединить швензу при помощи железного колечка, и сережка готова. Вот так легко, быстро и просто вы можете сделать себе супер серьги-снежинки, сделать подарок близким или просто использовать их в декоре своего дома. Если вам понравилось видео, ставьте пальчик вверх и подписывайтесь на мой YouTube канал. Следующее видео тоже на новогоднюю тему. На этом у меня все. Всем пока-пока!